Всем привет, с вами Гимлот, сегодня четверг, а значит время для очередной потасовки в Хардстоун. Сегодняшняя потасовка называется «Мешок краденных заклинаний Валиры». Валира наворовала заклинаний всех классов и наполнила ими вашу колоду. При розыгрыше каждого из этих заклинаний будет призвано случайное существо за ту же ману. Такое уже где-то у нас встречалось, я не помню название данной потасовки, но мы тоже разыгрывали заклинания, и тоже у нас призывалось существо. Но у нас заклинания были, по-моему, привязаны к нашему классу. И там еще встречались существа. Сейчас же у нас только Валира против Валиры и все заклинания всех классов. Что ж, давайте же посмотрим, что из этого выйдет. Валира и Валира. О, хо-хо, какие карты. Может быть, даже все мы их оставим. Киберспортивный портал. У нас неплохие шансы, я вам скажу. Очень даже неплохие. Значит, первое. Портал. Потренируемся. И сразу же получаем провокацию. И гоблина за одну ману 5-4. Шикарное начало. Может быть, мне повезет, и мы победим. Мне самому интересно, если у меня вот такие карты, то что же у него? Ликтлена. Идеально. Идеально. Придется так. Хорошо, хоть не овечка. Но овечка 2 маны стоила, поэтому она не могла прийти. Бум. Скоробей. Что ты здесь делаешь за 3 маны? Нет, за 2 маны. Секретный секрет. А вот у него неплохая карта. Темное безумие есть, но оно не поможет. Внимание, вопрос, доживем ли мы до смертокрыла? А давайте доживем. Попробуем. Попробуем дожить. И вот так. Надпегал. Не надо ловить рыбу моему оппоненту. Темный надпегал. Вау. Вау. Просто вау. И ничего не скажешь после этого. Гоблины и гномы. Мы возьмем эту карту. Убьем ее об эту карту. И вот так. Стол почистили, уже радует. Уже настроение прибавляется. Но все это чревато. Человек-сосед не дремлет. Спасибо, что уничтожил надпегла. То он меня напрягал на самом деле. Очень сильно напрягал. Здесь мы можем сделать... Да, почему бы и нет. Это... Будет существо. Здесь мы сделаем вот так. Великолепное существо. 5-3. Если оно выживет, оно сможет нам почистить стол. Человек-сосед, потерпи чуть-чуть. Понятно. Сейчас игра меня наказывает за то, что я использовал сильные заклинания. И... Человек-сосед, потерпи. Я понимаю, что тебе не терпится постучать и еще посверлить.
Но потерпи чуть-чуть. Ты сможешь, я верю в тебя. Он же человек-сосед, который затеял ремонт. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Полегче, полегче. Что ж ты творишь? Что ж ты творишь? Это куда наносится? Существо. Иди-ка сюда. Бах. Вот так. Бах. И вот так. Бах. Хорошо, немножечко отбились. Правда, теперь его ход, и он делает все то же самое, только с офигенным существом. Будет ли он разбивать? Нет, не будет. Отлично. О, а знаете что? Мы можем дожить до смертокрыла, это будет круто. Давайте полечимся. Отлично. Раз. Два. И мы весь этот урон спрячем. Вот так. И ударим еще. Теперь на следующий ход мы у него активируем ловушку, точнее не ловушку, а секрет. У него там антипомерин. Да, отлично, 1-3. У него там антипомерин. Мы опять заморозим всех существ. Тьфу-тьфу-тьфу. Не надо, не надо там за 0 маны ничего выставлять. Не надо. Да, молодец. Спасибо. Спасибо. Дальше делаем раз. Раз. Нет. Два. Три. Он не умирает. Дальше. Вот так. И наш смертокрыл становится неиграбельным. Поздравляю. Поздравляю сам себя. Погребение. Я прям сижу весь на нервах. Такой, ну не надо, ну все, все. Все, хватит. Не надо лечиться. Еще Рено достанет. Нифига себе. Огненный шар. У него все время он сидел в руке. Плохо все, плохо, я в агонии. Как говорится, yes! Yes! Наконец-то! Ура, ура! И сейчас музыка такая должна быть. We are the champion. My friends. Ну и так далее и тому подобное. Ну что ж, вот такая вот вышла потасовочка. Достаточно интересная, достаточно рандомная. И достаточно веселая. Если, конечно, вам приходят карты в нужный момент. И призывают нужных вам существ. Ну и, конечно же, мы посмотрим, что же выпало у нас на этой неделе из комплекта карт. Откройся! Раз, два, три, четыре, пять. Редкая карта. Аж две штуки. На этом я буду заканчивать. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Рассказывайте о канале друзьям. Не забываем оценивать данное видео. Пусть вам будет вести в данной потасовке. И увидимся в следующих сериях.